Очень круто поет чувак, атмосфера. Мы решили к следующей достопримечательности пойти пешком, потому что на машине нужно по серпантину объезжать всю гору или гору 40 минут, а пешком идти 50 минут. Поэтому лучше мы насладимся пешей прогулкой. Думаю, даже так будет лучше, чем будем сейчас ждать Uber, потом ехать 40 минут в объезд. Какой день замечательный. Вот впереди видно эту крепость. Пока идешь пешком, можно столько всяких, можно столько всего разглядеть красивого, то, что с машины не увидишь. Ресторанчики здесь есть. А ну, если садиться в ресторан, это минимум час. А, так вот, смотри, указатель. Пешком туда проще. Да, Паласио де Пена пешком туда. Верю. Ну, значит, идем по указателям. Вот, видишь? Странно как-то. А, вон, налево. А, вот он. Прям по лестнице. Мне просто Google карта не показывала, что здесь можно по лестнице подняться. Это, возможно, короткий путь. Да, смотри. Вот дорожка пешая, чтобы попасть на этот замок. Видишь? Все предусмотрено для туризма. Мне так это нравится, что везде есть указатели, лесенки. Что куда ни пойди, все организовано. И даже там, где совсем не ожидаешь, можно увидеть кафе, заведение. Где тебя могут покормить. Кафе open. Вот и тут меню. Готовят непонятные штуки. Нет, вот меню вообще-то. А обычные закуски. Цены дешевые по евро. По 2 евро. Тут ремонтируют дорогу, оградили. А трубы меняют. Меняют канализационные трубы. Блин, а виды какие открываются тут. Да. Я вам признаюсь, это моя лучшая поездка куда-либо. Я очень доволен. Здесь что, перекрыто? Вот. Или нет? Ты думаешь сюда? Ну да, или нет. Это еще какая-то церковь. А тут закрыто. Или можно идти. А, вот. Вот тут тоже пена нарисована. Я не знаю. И так, и так. Давай по лестнице. Так уютно. Все покрыто зеленым мхом. И это просто дорожки в деревне. А такое чувство, что ты идешь по бесконечному парку. Каменное кресло. Нам километр еще идти? Да. Капец. Километр еще красоты. Вот 900 метров. Так оно показывает парк Пены, а не саму. Ну вот это оно. Ты уверен? Ну я думаю, да. Тань, ты хотела воды. Вот тебе автомат. Твои желания сбываются моментально. И у меня даже есть мелочь. Вот кофе можно даже сделать. Я буду кофе. Евро 70. Ну. Там, где вообще не ожидаешь, есть автоматы с водой. Кофе тут стоит 1 евро, а вода рубль 70. А так. Где горячий шоколад молочный? Ты видишь? Помоги, придержи. Я возьму. Ой, латте. Ну, смотри, там, где чоколад написано. Вот чоколад. Вот. Две? Да нормально, все. Две? Да, молоко. Будет сильно сладко. Не выплюнуло в этот раз. Просто перед этим автомат этот просто плевался монетками, они выскакивали аж сюда. Взял я себе кофеек. И смотрите, тут даже туалеты есть бесплатные. Все предусмотрено. Для комфортного путешествия пешком. Башенка такая. И возле туалета есть смотровая площадка. Тут проходим под таким огромным камнем.
Тут могла бы быть стоянка первобытных людей. За вот этой всей растительностью нужно следить постоянно. Из пенька сделали кресло. Огромные глыбы. Еще пришла в голову такая мысль, что Синтра – это тот случай, когда все лучше в 10 раз, чем ты этого ожидаешь. Good luck! Так. Потому что обычно, когда ты едешь куда-то путешествовать, ты смотришь картинки, и ты приезжаешь туда, и все вроде бы как с натяжкой. Вроде и прикольно, но с натяжкой. Потому что всегда мы обычно видим вылизанные идеальные картинки. Таня залезала меня. Но вчерашний день просто меня вот так прибил от красот. Я просто был в шоке от того, насколько природа красивая. Я не ожидал, что второй день, где мы пойдем по достопримечательностям города, будет таким же, только в другой сфере. И Синтра то место, которое не перестает. Оно каждые 5 минут. Да какие 5 минут? Каждую минуту предоставляет тебе такие красоты. Я никогда не был в подобном месте, чтобы каждые 5 метров ты удивлялся все новым и новым красивенным местам. Таня. Я тут подумала. Что? Что мы могли вверх поехать на такси, а вниз спускаться. Конечно. Таня, отдыхаешь? Мы подошли к подножию этого замка. Сейчас купим билеты, заходим на территорию. Сквозь деревья его сейчас не видно. Зашли мы на территорию парка. Вход сюда стоит 7 евро, если ты хочешь просто погулять по парку. Если ты хочешь еще зайти в этот замок, то цена 14 евро. На двоих получилось... Смотри, какая огромная карта. Да, территория большая. На двоих получилось 28 евро. Работники парка очень профессиональны. У них у всех есть своя форма красивая. Украшен разными цветами, желтый, красный.
как же хорошо, что здесь есть кафе, где можно перекусить, потому что мы целый день практически ничего не ели. Вот они такой вот панини. Чем это? С тунцом? Вкусно? Ну не очень, все остальное с красным. Ну так себе, на троечку. Смотрите, что со мной происходит. Говно мне прям в руки. Что это значит? Когда на тебя насрала птица, это к деньгам. Вот видите, прям в руки идет. Только что срнула птица мне прям в ладонь.